Всем привет, дорогие друзья, с вами Крафт, всегда Юрч, ребята. Сегодня со мной играет Донни, это GTA 5, и сегодня у нас шоу эксперименты, дырявые блоки. Косики. Итак, ребятки, снова сегодня рандомные тачки будем тестировать на вот этих, ребята, блоках. Расстояние между каждым из них увеличивается, с каждым шагом все больше и больше. Задача уехать как можно дальше. Балл засчитываем, получается, если перелетели контейнер, либо если же в него врезались. В общем-то, как-то так. Также напомню, что машина, которая сейвит сверху блока, дает плюс один балл. Такая небольшая приколюха, плюшечка, которая, возможно, ну как-то счет изменит. Баллы вы видите сверху, поэтому, ребята, давайте наберем с вами как минимум 3000 лайков. Я знаю, что данная рубрика вам нравится. Ну и поддержите, конечно же, активно, напишите комментарии, а какая машина вам больше всего понравится после просмотра. Использовать будем абсолютно, ребята, все тачки, и GTA-шные, и не GTA-шные. Так, надо мультиплееры выключить. Что-то прям слишком полетело быстро моя GP1. А у тебя вот такой вот старенький Volkswagen, поэтому начинай, посмотрим, что покажет. Маленькие колесики, жесть. Ну, я надеюсь, что это потенциальные 25. Это прям очень низко. Ой, ну ладно, 25 проехал. Да неплохо, слушай. 33 как бы, да, вполне хорошо. Так, ну окей. GP1 хорошая, быстрая тачка, но низко, ой, плохая. 30 в итоге у меня. 30, это поворот. Вот это поворот. Ладно, ребят, теперь, так как Ваня выиграл на спауне 3 тачки, я проиграл 2, так будем делать всегда. В зависимости от того, каким ты финишировал, хотел я сказать. В итоге долетел, короче, плохо. Как же мне плохо, блин, да, ребята. Это по кайфу. Терминатор сейчас мало того, что сделает грязь, так он еще, наверное, и полтишок поставит на изи. В принципе, посмотрим. Не помню ни разу, когда он бы не долетал. Это имба, серьезно, ребят, это очень хорошо. Да, конечно же, стабильно и просто без проблем 50 баллов. Так, мне не нравится, слушай, начало что-то резкое, прямо от рандома. Такое бывает. А как говорится, это же еще раз хлебать как-то надо. Зацепил все-таки боком, 35 баллов. Хорошо, но, блин, разница, конечно, колоссальная, целых 15. Ну ладно, продолжаем. Следующий раунд. Что нам принесет? Радикал маленький, но очень низкий автомобиль. F-пина хорошо. И больше пока ничего нету, я, наверное, F-пина попробую все-таки. Чего? Новый радикал? Ладно, окей. Добавили в базу. Так, что у тебя? Показывай, рассказывай, спавни три тачки. Ёпта. У меня такая же, такие же колеса, поэтому ладно, пофигу. Ты куда? Вернись. Так, раз. Так, я тоже взял такую же F-пину, в принципе, по барабану. Так, ламба. Надо их, короче, как-то отремонтировать. Ну да. И непонятно что, какой-то стандартный такой, типа а-ля кроссовер. Короче, выбирай. Я думаю, что ты все-таки возьмешь, скорее всего, вторую ламбу, да? Да. Она, скорее всего, получше. Это типа а-ля Галларда. Ну окей, Ламба против Феррари, ребят. В комментариях пишите, кстати, какой бренд вам больше нравится. Ферричи или Ламба? Вот интересно, кстати. Так, ну чё, покажи грязь. Или не покажи? Грязь. 36. Вообще неплохо. F-пина тоже очень быстрая, кстати, очень быстрая. Вопросы только... Ой-ой-ой, 37, не засейвил. 37. Ну хорошо, хотя бы первый раунд за мной теперь, где я победил. 3 машинки заспауним, это всегда хорошо. Ну и надеюсь, по чуть-чуть отыграемся. Так, рандом. Пожалуйста, как говорится, не поворачивайся к нам 5-й точкой. Короче, первая тачка Chevrolet какой-то такой, а-ля, типа... Трактор, наверное. Пока ничего. Ну вижу, да. Каждый раз, ребята, когда нажимается клавиша рандома, так хорошо, только это... Криво тоже что-то. Короче, каждый раз, когда не справится тачка, там что-то новое, ребят. Напомню, что у нас более там 1000 машин новых. Да, это я ставил. И, короче, он такой себе. Он и не быстрый вроде, но я его все-таки возьму. Как говорится, хоть он и уродец, но может быть и уродец с потенциалом. Но вариантов немного, да. Да, как говорится, что имеем, то имеем. К сожалению, после, ребята, фиаско с серваком, сейчас вот таких машин много. Ну что, поделаешь, ничего не поделаешь. Будем переделывать со временем. Да, время, как говорится, все сделает. Так, ну, Honda. Honda S2K вроде, да? Или это вообще Mazda? Это Mazda вроде. Ой, ты куда-то у меня в сторону улетел, где ты? А, 37. Понимать. А Bugatti длинный. Но быстрый. Ух,
хорошечно. 39. 49 не достал. Прям под него как-то нырнул. Ну, слушай, в целом, да. Хоть он, говорю же, и косячный, гадкий уродец какой-то, но он сделал свое, принес баллы. Так, ёж, это полицейский вроде. У меня жиг-дрыг. Нехорошо для начала. Че ты там сигналишь? Да, я смотрю. Диабло, кстати, неплохо. Гольфкар мы считать не будем низкий, блин, но вот Чарджер. Окей. Выбор непростой у меня, короче, я тебе скажу по-честному. Прикинь, а у меня Чарджер-то не настоящий был. Под капотом там 170 всего, что-то странности. Да ладно, я Audi проверю. Ну, кстати, это новенькая. Вот так, ребята, выглядит. Напишите в комментариях свое мнение по поводу вот кабриолета Audi. Мне вот вообще не нравится. Вот вообще как-то выписывается из этого бренда. Так вообще слезали, знаешь, неуспешно. 34. Да ладно. 34. Ты у меня в 37 улетел, что ты понимал? Понимать. Серьезно? Да. А, 37, бро, 37. Я просто обратно вернулся. 31, я забыл, что Диабло-то косячная. Ну ладно, 34, в принципе, тоже хорошо. Но я реально думаю 37, я такой думаю, нихера себе. О, чит-тачка, брат. Чит, а ты издеваешься. Это уже второй, можно сказать, чит для этого испытания. Но опять-таки, ребята, не факт, что доедет. Так, ладно. 3. О, фига себе, прикольненький. Что-то новенькое, но я не вижу. У меня FP-на новенькая, кстати. О, и слушай, он Ямон прикольный, кстати. Так он не едет, нихера, да? 302? И 300 в пины, что? Бу-бу-бум! Я не знаю. Этому Мерину надо, короче. Это что, как он называется? Ой, это я зря. Я Мэри не вижу, к сожалению. Но чит, понятно, что есть. И ламбос, ребят. Вот такая ламба, как бы... Интересно себе. На чем будешь ехать? Рассказывай. Ну, конечно, на чите. Окей. Кинь его пока в угол, он загрузится, думаю. Интересно посмотреть, что там такого, а тут прям так. Он, конечно, медленный, но прикольный. А тебе не вижу, тебе говорят. Ай, понимать. У меня новая бэха, 300 под капотом. Так, давай. Неплохо. Весьма неплохо, да. Чит есть. Чит, где ты? Ну, я пролетел, да. Да, ты пролетел. Ты у меня все-таки в 36 врезался сначала. Так, у меня FP-на была, FP-на очень хорошая, быстрая тачка, а бэха, короче, долго кочегарит. Очень долго. Ой, это я зря ее взял, наверное, но она легкая, ладно. 37. Не удаляй ее, поставь на 50 ее потом. Или посмотреть на нее, потому что не вижу пока ее. Да, пока вот сюда в сторону скину. Так, окей, пускай грузится. В принципе, интересные тачки, но она очень медленная, может быть. А Мэр загрузился у тебя? Мэрса не вижу. Ну, это нормально, ладно. Очень много машин сейчас грузится, поэтому как бы очередь. О! Не, не FP, а Pagani Ragna вроде она правильно называется. Так, Енус у меня и вторая тачка. Мы все считаем, да, машина? Да, абсолютно, абсолютно все. Все, так. У меня пока мимо. И Ford GT. Ford GT плюс-минус, конечно же, лучше, чем вот эта вот непонятная хреновина. А тачки плюс-минус у нас с тобой одинаковые, очень низкие, поэтому вопросики. Давай попробуем. Поехали, прочекаем, попробуем. Слушай, по баллам мне надо отыграть там точно баллов 20. Я вот прям жду, не дождусь хорошую машину. Ой-ой-ой, проскользил хорошо. 37. Да, да, отлично пролетел. Так, ну Ford тоже неплохой. Да, неплохо пролетел, весьма... да, повезло. Да, блин, с ракет сегодня не хотят, они цепляют. 39, чистые ребята, 40 не шарканули даже. Прикинь, не появляется твоя машина. О, загрузился Мерс. А что это за Мерс такой? B63S, ну, да? Это... Да, ну типа, так выглядит это... он прикольный, типа. Ну, Брабус, это как Брабус, XLS, да? Типа, это как GLS, только он какой-то... Ну да, поменьше только. Так, а у тебя новая баги, тоже плюс-минус интересная. Так, Торетто это топ. И Тампа. Тампа, кстати, плюс-минус тоже летает неплохо, но вот именно вариация Мустанга, то есть реальные машины, они GTA-шные. Так, ладненько, это мы все уберем, попробуем мы все-таки Торетто. Ты на чем поедешь? Так, я, короче, в принципе, давай на баги попробую ради прикола. Ну, я тоже думал, что ты его возьмешь, потому что подвеска... Ой. Потому что, ребят, подвеска решает. Так, давай, давай, начинай, проезжай. Медленноватый немножко, но подвеска работает, уже вижу. Тын-тын-тын-тын-тын. 35. 35. Так, Торетто! Конечно, не самый быстрый автомобиль на разгоне по прямой, но... Ну вот, ну, да. 36 взял, да. И опять 37 не цепанул. Как-то странно, у меня сегодня машины летят кучно, но не туда, куда что надо. Бэха твоя не грузится у меня, что за бред? Ну, в очередь, говоришь, встала просто. Так, давно не видел. Это, кстати, да, интересности тоже. Что, знакомая тачка, но я ее не припомню. Это Aston Martin. А этот как его, Вулкан, да? О, да, да. Интересно. Так, Aston Martin тоже один и Mercedes.
Ну, я так понимаю, 236, кстати, неплохо. Давайте все-таки ягуарчик я, наверное, возьму. А, так, да-ка... А, ну это Валькирия должна быть. Ну, скорость, конечно, такие себе, но вид, как говорится, имеет все-таки. Машина, кстати, одна из лучших в мире считается по скорости вроде. Давай. Ага, ага. Поехали. Ага. Попробуем. Поехали, let's go, давай. Красивая тачка все-таки, да. Широко, красиво, богато. Так, 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 так. И... так неплохо при ее скоростях-то. 37. Да, хорошечно. Ягуар плюс-минус быстрей. Быстрее аж на 65 км в час, но не уверен, что будет лучше. Да, 33. К сожалению, подвеска подвела. 33 коровы. Да, прям так. Так, ну, слушай, пока мне не нравится. Реально, отрывы есть. Ни одного чита у меня пока не было. Надеемся и верим, улыбаемся и машем. Это все так работает. Больше делать нечего. 270 под капотом моего Порша. Что, в принципе, о, меня радует. О, кстати, неплохо. А что там у тебя? Не знаю, не вижу, не загрузился. Это у меня? Не загрузилось, да, значит, новенькая. О, баха загрузилась, тебе говорят, твоя, которая. Ага. Вот. А, это, блин, даже в фейворитах у меня есть, прикинь. А... Серьезно? Мать, ну, видать, не знаю, каких лет она, значит. Так, ну, Астон Мартин неинтересно. Брабах, кстати, тоже можно удалить. А вот что у тебя там сейчас, я не вижу, о, поэтому... О, нихера себе, она шустрая. Ну давай, я пока проеду, а ты... Давай. Прогрузиться попробуй. Так, ладно. Ну что ж, ребят, пишите в комментариях. Тачек было крутых много. 34 всего лишь разогнал Порш. Тоже слишком низкий. Мыльница, мать его. Тачка не грузится. Может быть, даже грузится. Долго будет грузиться. Ну давай, начинай. В сторону давай. Мы ее уберем. Потом, ребят, вам вместе еще покажем, какая она там была. Посмотрим по баллам, как минимум. Ну что-то влезло. Она не поедет. Ты где? 33. 33. 33. Окей, поставь ее сбоку. Ну, чисто ради интереса показать зрителю, если она вообще успеет прогрузиться. О, если нет, то она нет, удалил, сюда нет. Твою... Понимать. Это... На автомате, да? Случайно. Эх, печально. Да. А, так, а, что было у меня? У меня было 30... Сколько? 4, что ли? Что такое? Что-то у меня из головы прям вылетело вообще. Короче, ну, пофигу, пускай будет 34. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Читкарт, спасибо, спасибо, выпросил. Неплохо, неплохо. Так, да. X5. О, кстати, этот Драгстер я возьму. Новенький. Видишь, да, Драгстер? Я вижу, как ты сидишь жопой в воздухе. А, теперь вижу. С другом нашим сердечным. Драгстер, да, прикольный, да, да. Ребят. В принципе, два Драгстера, можно сказать, читбаги против такого вот. Неплохого автомобиля. Подвеска, кстати, у него топовая, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, 38. Хорошо. Не хотел, отрекажись по этому, да. Ну это добро. 37? Нормал, покатит. Просто не повезло, ребята, просто не повезло. Но рандом такой рандом и есть. Все читы хорошие есть, а есть, которые не летают. У меня что-то две тачки прям мимо. Прям вообще мимо. Неплохо, кстати. Блин, я даже не знаю, что брать, если честно, выбор вообще никакой. А у тебя, да, у тебя как минимум коринчик неплохой, и смотрю Мерседес. А ты не видишь посередине машину? Да, ну, посередине стоит? Не вижу, не знаю, что за тачка тоже. У меня здесь новые Бентли, и она, ну, быстрая Бентли, на самом деле. И этот быстрый. Ирина, короче, новые тачки потихоньку начинают, ну, загружаться, прогружаться, это круто. Ну да, большинство новых машин реально топовые. Так, ну давай, ну давай, Каринчик, показывай нам. Каринчик — топовая тачка на все времена жизни, как говорится, подходит. И причем в любом исполнении. Вот прям топовый автомобиль для этой рубрики. Так, ну слушай, 35, 36, 38. 38. Ну, стабильные, стабильные для него. Да. Хуже не бывает. Блин, ну у меня просто бомба Атомик едет. Нормально. Моет и что-то там делает с продукцией. А 30. Окей. Окей, это очевидно было. Блин, из всех читов дали карт, который не самый лучший на самом деле для этого испытания. Так, Porsche и какая-то хреновина. Возьмем Porsche. А, это Volkswagen, еще серьезно. Так, что у тебя там? Пока третья машина нет у меня. О, а вот и третья, это Линкер. Генезис. Генезис, ну, плюс-минус это похоже. Слушай, я возьму его. Я возьму. Давай, чё нет, чё нет, давай попробуем. Так я бы, пожалуй, огромный удалю. Огромный лимузан такой вот. Ну, плюс-минус чуть длиннее моей Porsche. Porsche тоже довольно-таки длинный такой. Так, ну слушай, в целом неплохо. В целом хорошо, я бы сказал. 30 как-то подлетело у меня и 34. 304 засейвился. Нет! Засейвился. Из-за того, что там длинная, немножко не хватило. Ну да. Ой, а Porsche вообще ленивый.
34. То же самое. То же самое. Здорово. Да, боевая ничья. Короче, поршики что-то мне не нравятся. Поршики, они низкие, как-то цепляются. А вот колобок вообще топ. Да, хочешь себе отдам на этот раунд, забирай. Ну, такое, конечно. Щедро, да. Но не настолько. Так, и третью тачку мне тоже надо. Опять, кстати, Порш, ребят. Ну, что-то к Поршам я прям вообще так отношусь негативненько немножко. Они какие-то слопочные. Ну, на самом деле, просто мыльница. Вот была бы мыльница в обратку, кстати, было бы хорошо. О, хороший, хороший. А Пертик приехал к нам. Ну, мы попробуем его протестировать. Все-таки Ля Феррари, там все дела. Окей. Это Импала, да? Да. Медленно, но едет. 34. Плюс-минус. Да, так, блин, да. Я не знаю, как мне отыгрывать баллы. На самом деле, я понимаю, что отрыв-то, скорее всего, увеличивается. Но сегодня тачки вот так бы летали, хотя бы по большему счету. Было бы хорошо. 38. Свои баллы какие-то забрал. Так, ну ладно. Ну, мне можно хотя бы 10 коринчиков подряд. О. Как бы не против. Тоже был бы. У тебя трансформер. Так, у меня какая-то ебалумба. Непонятно. Блин, прошу прощения. Здоров, понимаю. Это умпулом покрывается. Ух ты, ёж. А ты кто такой? А, это ИДР новенький, да? Возьму по приколу. Да, он низкий очень, но он быстрый. Будь здоров. Чё ты там надышался? Спасибо. Ой, какая странная раскраска. Так, ну окей, трансформер едет, ребят. Трансформер могёт. Ну... О, ты видал? Эй, ну я там застывился, ну зараза, ты видел? Ты упал, да. Ну, неплохо, да. Весьма-весьма. Кстати, электрокара, я про него забыл. 33, окей. Ну, не ожидал я чего-то более хорошего, если бы только рикошет, но машина очень низкая. Слушай, ну, мне не нравится реально, мне не нравится дроп. Мне надо что-нибудь прям топовое. У меня, кстати, Крайслер летающий. Так. Тот самый. О, кстати, и Тезеракт. Возьмем Крайслер. А, у нас же... Блин, это не чит, нас не это... Я, кстати, ставил свою акулку обратно, видать, хэгнинги перепутал, надо ее достать, все-таки видать, поставить. Да, да. Так, трактор. Слушай, есть. Я вот не знаю, ее не ее, ее не ее. Ладно, я возьму ее, не буду брать трактор. Что-то серьезно? Будет. Ну, я взял, да. Типа, Крайслер вроде это, да, окей. Ага. Но я не уверен, что он полетит, что это прям тот-тот. Потому что у этого нитро нету. Вопросиков больше, чем ответиков. Посмотрим, проверим. Ну, куч, 32. Осталось, да. Хотя бы взять 33, давай. Crossfire! Название топ. Машина говнецо получилась только. 34. Да, ну как-то она даже не ехала, а скользила, что ли. Ну ладно, а-а-а. Такие тачки тоже встречаются. По чуть-чуть, помаленечку, по зернышку надо, но зернышко так, надо кажется, покрупнее так. Искать. У меня FP опять. Та же самая, Винена неплохая. Но Винена вроде низкая. Пока ничего не появляется. И Бэха. Бу-бу-бум. И вот такая вот шляпа у меня еще. Я вижу низкие колеса, как минимум, у тебя, в которых ты сейчас сидел. А вот все остальное для меня невидимки. Что за тачка? RS7 у меня, тебя не видно ее? Нет, почему-то я ее не вижу. Ну давай, езжай. Это новенькая RS. В сторону уберешь. Да хрена. А сколько под капотом не смотрел? Да, 190 примерно. 190. Так, не вижу я тебя, а, да, я но... Поехал. 31, засейвился. Не вижу, плохо. То бишь 32. Ну да, нет? Ладно. Ну я не вижу, просто не загрузился. Ладно, FP-на. Да. Давайте попробуем. FP-на уже такая была. FP-на вроде поехала-то неплохо. Вернее, да, полетела. Ну ладно, 38. Пускай будет 32 у тебя. Главное, не забыть поставить. Хотя мы тачку не видели, можно вообще пропустить раунд. Нормально. Субару жесткая, конечно. Блин, у меня два почти одинаковых, типа... Ну, вижу фары только яркие. Ну, второй машинки, как минимум, еще и пиксельные. Ой, CLS какая-то страшная. Kia. И... херня. Так, CLS, первое, я не вижу, CLS. 184, ты ничего не потерял? Это инфосотка. Да. Я попробую, короче, вот такую вот машинку стандартную. Типа, а вдруг, а сможет. Давай, начинай. Давай, давай, давай. А, так она мне вроде падала, да, Subaru такая. Интересности есть, но медленная, конечно, но все равно. Ой, полетела, 35. Хотя бы так. Хороший показатель, на самом деле, для обычной-то машинки. Ага. Что ж, ребят, у меня какой-то там Янус. Хорошо, что буквы не перепутали. Да. Да. Тоже 35. Ладно. Здорово.
Все-таки Януса заслуживает быть Янусом, так и быть. Короче, последний раунд. Ну, да. Давайте посмотрим, что будет. По три тачки как раз. Прям такое хорошее, мощное завершение будет. Надеюсь, вы в комментариях написали, какая машина вам больше всего понравится. Кстати, у меня неплохо. И за самолет, 4. Прицеп. Ну да, идеально как раз. Первая, вторая. Одинаковые вообще. Две одинаковые тачки почти. Ну не одинаковые, разные, конечно, но прям за максимально рядом. И вообще вот это идеально. Просто лоурайд. Я в ахере. Ну хотя, в принципе, знаешь, я возьму лоурайд. Серьезно? Не было, но... Ну давай. Да, потому что я сделаю вот так вот сейчас. Ну удиви меня. Газуй. Колесики такие маленькие просто. Ну-ну-ну. Вот все четыре запаски, походу. Так, ну в целом, ну медленновато, конечно. Медленновато, но едет. 32. А ты, получается, включил подвеску, да, вот эту? Да, поднял повыше. Так, окей. Что-то военный броневичок довольно-таки медленный. Реально медленный. 34, вообще ни о чем. 34. Вроде внедорожник, но что-то как-то такое себе. Что ж, ребят, сегодня два чита у нас были. Это Терминатор здоровенный, мощный и чит BMW, но упали они в Ваньку. По баллам, скорее всего, он победил, хотя мы общий счет не видим, поэтому кто его знает. Вы все это видите, поэтому, как говорится, на ваш суд. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорой встречи. Пока, ребят.